маленькое вступление в начале этого видео для того, чтобы вам напомнить о том, что как только у меня в телеграм-канале накопится 4000 подписчиков, я запущу новый глобальный конкурс с новой раздачей, АЗ-шками, возможно, будут вирты миллионы различные, может быть, даже какие-то крутые аксы. В общем, все это просто так на халяву вам, бесплатно, как говорится, и если вы хотите эту халяву, то первая ссылка в описании, это мой телеграм-канал, скорее вступайте, подписывайтесь, участвуйте, помимо этого конкурса будут еще другие конкурсы. В общем, вся инфа только там, мое дело просто предупредить. Кто еще не вступил, скорее вступайте, ну а мы приступаем к ролику. Решил я, короче, прям средь ночи зайти на Vice City, 72-й, тоже приколяса различные мутил, а он там типа почему-то с УЗИшек слил, но дело в том, что тот чел тоже по нему с УЗИшек стрелял. Я не знаю, типа они принципиально дэмят, или это просто какой-то типа этот прикол. Вот, 27-й там влечился в больке, но, кстати, все, он уже вышел. Уже вышел. Вот куда он бежит, интересно? Он так медленно прыгает. Ну, видно, что чел вроде как без читов играет. Уже хорошо. Так, он у нас 0.4 сервера. Угу, окей. Мне интересно, он бежит к тому типу, типа, или нет? 72-му, который работает здесь, типа, пытается добежать. Я просто карты особо это не знаю, поэтому, типа, не могу сказать. Но куда-то он явно бежит. Блин, тот-то чел, походу, отстреливался. Если так подумать, смотрите, он до сих пор работает здесь, типа, спокойно. Ни хрена такого не делать жесткого, да? Да, просто спокойно тут свои эти вот землю копает, тут молодец шахтер там этот вот, молодец, да, а этот чел просто бежит. Ну-ка, что у него по истории наказания на Vice City, есть что-то вообще? Там же только Vice-шная, да, показывается? Ну да, к сожалению, блин, показывалась бы история наказания вообще вся, это было бы интересно, допустим, с его бы сервера, чтобы знать, что он творит на своем сервере. Ну, кстати, следим бы за ним ночью, сейчас, как вы видите, почти 3 часа ночи, но челик просто бежит и бежит. Куда бежит? ХЗ. Видимо, конечно, я зашел, скорее всего, в это в неправильное, так сказать, время, когда, скорее всего, тишина, но в чате точно срутся. Вот видите, тупое, бля, Дине слова не давали, сыновья. Ремонтник дорог говорит какой-то. 61-й. Па-па-пах, за 500 ВЦ напали за... как щеглы. Роты, шавки. Ёбаный стыд. Блин, типы срутся так страшно, если честно. Ахаха, шавки запрещали гавкать, как и помойному рту. Блин, о чем они срутся? Это очень какие-то такие кринжовые у них конфликты. 48 на эвакуаторе мешает работать. Не, это, конечно, круто. Но не круто то, что меня, блин, кикнуло за каким-то хером. Ладно. Так, что, типы до сих пор срутся? Я понял. 72-й, что ты там еще работаешь? А, ты уже все, ты уже закончил свои вот эти, да, мероприятия дорожные. Окей, а 27-й, я так понимаю, он все еще прыгает, да? Да, друг еще все еще прыгает, тут вообще вокруг даже никого нету. Куда он хоть бежит? А, ну вон там впереди какой-то тип с 5-го сервера, но... Такое, такое. Блин, почему так часто пацаны матерятся, срутся? Да заткнитесь, ущемление одноклеточных уродливых немощей. Понятно. Выгодно, если нет других грузов. Иди повой под столиком шавка. Долбоебы, вы на отцов руку подняли или еще гавкаете? И еще гавкаете, точнее. Да почему? Чел пишет, у меня грузовик прозрачный. В смысле? А где? О, знакомый район. Помню, тут Илюха миссии проходил какие-то, да, вроде? Да-да-да. А где этот? Грузовик-то прозрачный. Я так понимаю, эти челики тут работают, да, этими дорожниками всякими. Да, тут, конечно, он чел только что на эвакуаторе зачем-то забрал вот эту штуку. Что, как она ему помешала-то вообще? Твоя дочка достала УЗИ, если что. Почему 61-й такой злой? Я понять не могу. А, ты еще и без одежды, братуха. Так вот в чем дело. Да, мужики, вы, конечно, приколисты. Так, там одного типа только что посадили. А вот этого, я так понимаю, не будут, да, трогать? Который там до этого что-то про дочку разговаривал. Ходит тут без футболки, бегает, блин, дурак. Так, еще одного посадили за неадекватно на 2 часа. Блин, прикольно, что людей сажают. Я обычно мут выдаю, типа, ну ладно. Видимо, это их как-то успокоит или что? Я не знаю. Он чел пишет в чате, я не педофил. Ладно. Так, 72-й, кстати, проснулся. Смотрите, если посмотреть, он тоже в чате что-то высрал. Что ты нахуй несешь, ребенок? Интересно. Что-то печатает, скорее всего, потому что он что-то остановился. Угу. А, ну да. Ты олицетворение хуйни. Неплохо.
Неплохо. Ахахаха, надзиратель хуеглотов. Высрут тебе на завтрак в детдоме, а с тобой сейчас общаются отцы. Вот это, конечно, жесткий тип. С пятого сервера пришел. Говорят, 30-й вроде чит. Ебанулся? Да. Нет. Что они делают? Я так понимаю, это... Это ж та работа, типа, где они ловят трупы, да, всякие. Я не еблан, да никто не спорит, братуха. Они вроде всяких трупы там ловят. Что вообще в этой работе делать надо, я просто не знаю. А я с Титан и 47. Круто. Я не знаю даже про что они. Ну ладно. Ну типа 59 уровень, вряд ли он будет юзать какую-нибудь чушь. Ну кстати с биноклем, о, прикольно. Я раньше бинокль в игре почему-то не видел. Я правда не знаю, какие правила в этой работе. Они, видимо, садятся на эти скутеры, да, водные. И потом, получается, куда-то едут, что ли, или что? О, типочек уже погнал. И этот погнал. О, собрал, смотрите этого. Дохляка-то. Валяется сзади. Ни хрена себе. Бум. А что так быстро? Так работает? Типа подъехал и сразу выпрыгнул, да, типа, или что? Так и должно быть. Ладно. Просто это необычно, потому что он в том плане, что он только подъехал и сразу... А хотя тот, походу, точно так же. Походу, да. Походу, да. Да почему там такой срач? Смотрите, ты Ну, если ты шлюшка на трассе, то только, наверное, тебе позориться. Ахаха, 2-1 не вывоз. Ты раб, дефолтный раб, хуй соснул и погавкал, сидишь довольный. Скот, ты опозорился в одного... Короче, я не знаю, про чё они, но тут какой-то дикий срач. Не мудрено, что лагает. Чел говорит. У тебя пинг 130. Знаю. Такая, а где читы? И нет херня. Понятно. Блин, эти ремонтники дорог, они, мне кажется, вообще друг друга сейчас разорвут там, посмотрите. А, это что за место? А что это такое? Может, уже проглотишь сперму? А что? Что за предложение это, братуха? Я так понимаю, я никогда не зайду, да, на этот? На Вайсити или что? Что мне. Я к тому, что меня постоянно, блин, кикает с этой. Когда я захожу в спек за определенными игроками. Может, надо это почистить лаунчер, типа, или чё? Что? Подожди, чел, так ты же сейчас о нем вспоминаешь. Иди пососи, может, пройдет педофилия. Да почему вы об этом говорите вообще? Что с вами, это, ребята? Почему в 3 часа ночи вы разговариваете о таких страшных вещах? Блин, мне за 72-м не зайти. Вот если я сейчас зайду, мне кикнет. Точнее, крашнет. Я обалдею. Хотя обычно я делаю лайфхак какой. Захожу на 71-м, он прогружается, а потом за 72-м. Ну, короче, меня снова крашнуло. Я понял, что нужно, видимо, в модлодере отключить все мои дефолтные модельки и играть на стандартной сборке вот на такой. Скорее всего, потому что, ну, по-другому это не объяснить. Ну и что, 72, ты будешь у нас сегодня это прогружаться? Это какой-то бред. Мне не зайти. Мне к 72-му не тэпнуться даже. Ну-ка, я пропишу хотя бы инвиз. Инвиз. ГОТО 72, сейчас опять крашнет, я уверен. Так, меня не крашнуло это раз, вот он. Но почему, когда я заходил за ним в спек, меня крашило? Как это? Так, я выйду из инвиза. Странно, супер странно. Такое ощущение, что либо игра с ума сошла, либо чел меня крашит как будто. Ну-ка, 72, еще раз заходим в спек, проверка. Во, сейчас зашло. А до этого прям какие-то краши регулярные. Чё это за прикол, блин? Так, ну ладно, они бегают почему-то по мусоркам. Может быть, они в мусорках какой-то лут ищут? Это типа один из бизнесов, это из бизнес-планов каких-то, типа на сервере или чё? О, чел пишет. СПС на меня только что просто 2 черта быканули, и я их загандошил с УЗИ. 92-й. Ага, ну я вижу, что у тебя реально УЗИшки есть, и ты на этом, на своем, как это, грузовике, короче. Интересно. Ну пока он просто работает, поэтому я на... Я понял. Я буду заходить на этот сервер сегодня 1 000 000 раз, да. Потому что 70, за 72-м просто не зайти. ГОТО 72. Я к нему тэпну. 54-й неадекват дебэшит. Интересно. Чел с бородой, кстати, это скин такой или это акс? А, это борода реальная. Так, ну в килл-листе никакого ДБ нету. Так, а написал на него жалобу 33-й. А где он? 33-й. Его нету нигде. Тут чел просто катается на вот этой своей штуке. Собирает ящики, да, я так понимаю? Ну да. Мне нравится, что 28-й кого-то напугал. Походу, чел с маской бегает и пугает всех подряд. А вон 33-й катается. Ну, видимо, если его и дебэшли, то случайно. Может, типа он тут стоял, как-то выходил. Его толкали. Видите, чел... Хотя... Что они делают? А, ну все, положили. Ну, вроде нормально все.
А в чем прикол? Почему у этой машины белые колеса? Я один это замечаю. Реально белые колеса. Не, наверное, так и должно быть, да? Тут такая толкучка, конечно, на этой работе. Просто до хрена людей. Они все толкаются, да. Все прям это друг друга херачат с этими ящиками. Но практически полчетвертому утра сервер подуспокоился, и больше нет никакого там особо ДМа или каких-то еще приколов. Можно было бы побегать по айдишникам, по идее, но тут типа хрен что найдешь. Тут он Павел стоит, смотрит куда-то. Что ты смотришь? Ничего не смотришь. Так, этот спит, этот что? Антонио Хасинг. Тут что-то стоят, болтают, может, о чем-то. Ладно. О, этот все еще здесь, да? И это другой. Короче, хз. О, это центральный рынок, кстати. Почему у некоторых типов пишется, что для совместного вот этого используете анимацию? Типа, у них что, они что, забыли сбить ее как-то или что? Вот эта вот надпись меня смущает. А еще почему ты в воздухе, блин? Так, ну короче, ладно, типа ФК. Наверное, попробую дальше пощелкать. Ой, нихрена себе тут типов тоже. В красных кофтах за... Просто человеческая многоножка. Что это за куча людей? Ромео Ниндзя. Ну, это опять все эти челики, которые тут... Пиздец! Работают. Понятно. Этот чел уже здесь находится в деморе, кстати. С четвертого сервера. Два типа. Ну-ка, а что у них по чекпунишу? Чекпуниш. 8. А почему он в деморе, но истории наказаний нету? А как это? Что-то я... Что? Ну-ка, 27. Что? А как? Даже 10-го не будет ничего. Что? Тут вообще-то команда-то хоть работает? Ну да. О, проснулся чел. Яйца почесал, пошел. Короче, ладно. Давайте пощелкаем дальше. Что там еще есть у нас? Это понятно все. ЦР. Вон там чел на фоне в костюме зайца курит. Коробка передач. И чел в квадратном скине. Ну, это забавно. Это забавно. Короче, эта хрень постоянно, блин, меня крашит. Меня это уже задолбало, если честно. О, там Трэвис Рубинштейн катается. Интересно, он меня заметит, что я тут летаю. Здорово, брат. Я админ. Напишет еще в репорт. Тут летающий человек. Или что-нибудь такое, прикиньте. Ну или я просто админ даун, который не умеет следить за игроками и летает вокруг них. Блин. Ну он так странно еще ездит, знаете, короче. Как будто постоянно тормозит и пугается меня. Оп. Оп, остановился. Оп. Ладно, пока я репорта от него не вижу никакого. Видимо, не успевает писать, но и поехал дальше. Ну ладно, ладно. Не будем, наверное, мучить человека. Хотя я практически с его скоростью лечу. Ну, почти. Для него-то я вообще тэпаюсь, если так подумать. Ладно, посмотрим, что там чел делает. Ого! Дапо! Чувак 18 пишет. Здесь есть админы! Нифига. Так, а где 18 может быть? Ну-ка, кто 18? Я хоть посмотрю, чем он занимается. Почему он пишет, здесь есть админы? Так, а ты что, ты куда спрятался-то? А, ты там это, ищешь эту штуку свою. По работе что-то. Ну, сори, братух, я помог, но я не разбираюсь. Что-то я вообще никого не вижу на сервере. Здесь все пусто. Ну, это, в принципе, аэропорт. Что тут еще можно увидеть, как бы? Опа. Почему-то 17-й задемил 24-го. Интересно. Зачем? Я зайдет за ним спектр. Опа. Это тот чел, с которым я сейчас общался. Это ты решил попасть в, типа, в этот в ролик мой, что ли, или что? Я так понимаю, у него тоже нет смысла чекать какую-нибудь историю наказаний, потому что она будет... Пустой, да? 17-й? Ну да. Классика жарна. Жарна, ага, жанра. А Get Warn тут работает какой-нибудь? Не. У него пусто, в принципе, это логично. Но жаль, что не пишет, типа, кого посадили, кого не посадили, за что и как. Сложно оценивать, типа, масштаб трагедии. Но он приехал на центральный рынок, я так понимаю, ну да. О, я уже выучил здесь центральный рынок, неплохо. Я просто вообще не шарю в Vice City, поэтому... Могу тупить. Ладно, что у нас еще есть по серверу? Опа, а это кто? С 21-го сервера чел по 21-м айдишником. Забавно, совпало. Но он тоже идет к этой работе дальнобойщиков, я понял. Андрюха уже работает вовсю. Служба почтовая. Молодец. О, типа походу сбили, да, бедолагу? То таксист, то уже на скутере играет. Катается точнее. О, опять этого... Забрали типа с воды лежащего. Фиг
они спасатели какие. Короче, весь сервер это просто либо работяги, либо АФКшники. Сейчас, по крайней мере, ночью. Что я ни за кем не зайду, их просто нет на этом. Ничего не делает. Вообще чел стоит просто. Просто ничего не делает. Этот ЦР. Ну, короче, так, за кем не зайдешь, они все, по сути, в АФК. Либо ЦР, либо работают. Так, ни хрена себе, Данил Ниндзя, 46-й. Это шо? Я зашел за типом, а он что-то... теперь начали драться. Братуха, успокойся! Да, пока ты такими темпами целишься, тебя просто сольют. Но это явно этот самый нон-РП поведение, что у того, что у этого. Да, мордобой, блин, пошел какой-то. А этот тир уезжает. Оставил того, блин, на месте. Без скутера, короче, теперь тот чел. Надеюсь, никто софты не подрубит. Этот как будто пытается его задебэшить, да? Оп, но ни хрена. Но он, видимо, первый на него напал, раз у него еще с дробовиком, типа, был чел. Это прям забавно. Сейчас, ну-ка, о! Понятно. Джейл. 46, 120 ДМ. Придется посадить, типа. Ай, бля. Что за приколист в шляпе? А того, получается, слил. Ну да, чел уже в больнице. Я понял. Надеюсь, он ничего больше не будет высирать. Я вот смотрю, но тут нет никого с нашего сервера с 06. Прям вообще никого. Люди играют с других серверов, а с нашего 06 просто ноль. Там типы, наверное... А, не, во, есть какой-то чел. Что? 211 уровень, ни хрена ты прокачался, 99-й идишь. Наверное, на Цере, да, стоишь? Скорее всего, на Цере. Ну да, мне сложно было догадаться. 33-й, говорит, скрин просит. Ну, гоу. На Вайсити я не часто бываю, в принципе, можно. Так, ладно, скрин сделали. Надо дальше следить, чтобы челики не творили чушь. Надеюсь, 46-й-то он все, успокоился. Он теперь сидит, отдыхает тут. Ну да. А вот чекпуниш у него будет, интересно? Вот я ему сейчас выдал наказание. 46. Нету истории наказания. А почему она не работает? А как смотреть ее вообще? Как смотреть вообще теперь? Раньше я помню, что первое время показывал историю наказания. Она была отдельно на Вайсити, но теперь ее вообще нету. Как? Ладно. Вообще, если чекать, то, наверное, все-таки с первых айдишников, потому что если начать с какого-нибудь 302 и назад идти, допустим, 302, а он живой или что? Саша Коноплев. Просто я хотел сказать, что они все АФКшники могут быть, типа, прям вообще лютые. Ну, хотя этот стоит тут, спрятался в кустах. Что делает? Хер пойми. Ну, ладно. Никита Турков какой-то, вообще не грузится. Где Никита, сейчас не поймешь. 232. Ну, этот чел катается, я вроде за ним уже следил в скине Томми Версетти. Так, Толик здесь. Недалеко, прикиньте, просто рядом типы стоят. Так, ладно. Опа, тут тоже ЦР. Ну, видите, тут если чекать вот так вот... Что? А, все, понял. У чела АФК просто 15 тысяч секунд, поэтому только машину показывает. Тут есть у Аммо экстерьеры, но как бы если зайти, то ты появишься в НТА. Я могу бы сидеть здесь вот так вот появиться и здесь ходить? О, могу. Только тут ничего, наверное, не купить, ничего не сделать. Ни хрена себе тут что. Опа, вся дырочка. А тут что? Тут тоже ходить можно. Тут коллизия даже есть, проходы всякие. Ничего себе. И тут. А что это? Тут какое-то это стрельбище типа. Не, ну тема крутая. Только так, теперь как отсюда выбраться? Так, помогите. Ну, вот здесь ничего не продается. Да, тут понятно, что все пусто. Даже стекла наверняка не бьются. Скорее всего, как бы не пытался. Почему 33-й просит скрин, если я ему уже давал скрин? А, ну все, он пишет откат. Ну вот и подошел к концу необычный ролик на Vice City. Возможно, я еще туда зайду, если вы захотите, конечно. Если реально хотите, пишите в комментариях. Я буду заходить почаще на Vice City и смотреть, что там происходит. Естественно, не только ночью, но и днем. Ну а я всем напоминаю о том, что я играю на сервере Arizona Saint Rolls. Если вы хотите попасть ко мне в видео, встретить меня в игре, или попасть ко мне полностью прокачанную семью на сервере, то прежде чем сюда идти играть, помните о самом главном. Вас на сервере ждет очень крупный бонус. Смотрите. Если вы при регистрации укажете мой ник вот так и всего лишь на 5 уровне промокод хэштег ДАПО, то за эти два абсолютно простых действия вы получите больше миллиона вирт на руки. И на начальном этапе игры эти деньги вам очень пригодятся, поэтому скорее заходите, играйте вместе со мной, я уже на сервере и каждого из вас с огромной радостью жду. Ну а в прошлом ролике побеждает вот этот вот игрок, и я тебя поздравляю. Добавляйся ко мне ВКонтакте и прикрепляй сообщение со своим ником, я с тобой свяжусь и выдам тебе приз. Ну а если вдруг ВКонтакте до меня будет не достучаться, то просто пиши в комментариях у меня в телеграм-канале, там я все комментарии читаю и тебя обязательно замечу. Ну и конечно по традиции
Кажется, сегодня тоже будет конкурс и разыграем мы 3000 АЗ. Чтобы их выиграть, как всегда, нужно подписаться на мой канал, поставить лайк на этот ролик и в комментариях оставить свой ник на Аризоне Saint Rose и все. Если что, аккаунт может быть абсолютно любой, хоть с самым первым уровнем. Можете прямо сейчас зайти на сервер, зарегистрироваться, начать играть, развиваться и спокойно участвуйте. Поэтому я всем желаю удачи в конкурсе, спасибо вам за просмотр, с вами был Дапо, скоро увидимся.